Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области разыскивает Сергея Шмагина 2012 года рождения. Предположительно, он может быть вывезен из региона его отцом Василием Павловичем Лысюком, которому по решению суда был определен порядок общения с сыном. Однако он проигнорировал решение суда, вывез ребенка за пределы Магаданской области. Сейчас его местонахождение неизвестно. Следственное управление Следственного комитета по Магаданской области возбудило уголовное дело. По версии следователей, мужчина с ребенком может находиться в любом регионе России, и, вероятнее всего, они передвигаются автостопом. Всех, кто обладает информацией, просят сообщить по телефонам, которые вы видите на экранах. Код города 8-4132-649-678-654-170 и +7 914-851-60-97.